Короче, я приехал в камуфляже. Работает смена через смену, по-моему, да? И в охране, где-то еще? Ну, 2 недели на стройке, 2 недели я в охране. Да, 2 недели на стройке, 2 недели на охране. Поплодил Тимур, старший работяга. И в то же время защитник охраны. Объекты. Ну да. Неплохо, тоже хорошо. Мужчина справа в шортиках Суприм. Чем ты занимаешься, просто не знаю. Боксер? Нет. Работаешь? Ну все, давай, Сварчик, удачи. На серию. Давай мне, я возьму. Иди сюда, с ним. Иди сюда. Иди сам с ним. Вы меня слышали, правила слышали, помните, и пожалуйста, их кинули. Меня слышали, слышали, вы не пожали? Полно! Готов! Готов! Вот, поехали! Да посмотри, как накал, давайте поддержим, ребята, они вообще просто град удар, град! Лена! Спасибо большое. Спасибо тебе, хороший бой. Хороший бой, противник. Я здесь первый раз, но не последний. Всем удачи. Всем родным привет. Красавчик. Две дочки, привет, сын, привет. Красавчик. Скоро четвертый. Пока еще не знаю, кто. Узнаю. Тоже привет. Когда подрастешь, увидишь меня. Пару слов. Блин, раз лицо в крови показывает страшно. Я сейчас проиграл, но я счастлив. Вот, наверное, я всю жизнь шел сюда. Я здесь не последний раз. Вы от меня отделаетесь так просто. Да мы не хотим от вас отделаться. Я сейчас залечу рано. Я буду еще заниматься. И я сюда вернусь! Обязательно вернусь! Спасибо моему сопернику, спасибо вам, организаторам. Спасибо тебе. Давай. Позволяйте нам такой праздник видеть. Иди за 6, пока ты лицо все не залил кровью. Иди к ветеринару, он тебя обработает. Спасибо. Дамы и господа, спасибо большое, что все сегодня пришли. Был хороший момент, открытие сезона. Сезон, прямо скажем, открыть не удалось. Сегодня были все бои разные. Где-то с улыбкой, где-то с накалом, где-то очень большая динамика, серьезная техника. Но турнир прошел, и будем надеяться, что следующие турниры не будут хуже, а будут только лучше. 26 числа, мы начинаем в 5 часов вечера. Мы ждем вас всех снова. Будет более интересно принять Джека, Кореец, Гена, Снайпер. Может, Большого Коля привезем. Вот такие дела. И это был турнир «Стрелка»! Кто хочет, может пойти фотографировать. Давай, у нас еще есть два участника. Кто прям меня не забыл? Забыл, что я не забываю. Давай. Давайте музычек включим.